мне кинжал. Быстро! Нечего прощать, любовь моя. Я так счастлива вновь видеть твое лицо. А я твое. Любовь моя. Хранители Ордена надеются, что ты поможешь нам понять, что происходит. Мир был оторван от небес. Некоторые думают, что Бог нас оставил. Это правда? Я чувствую. Духи пытаются говорить со мной. Они шепчут мне. Так трудно понять их всех. Тут так темно, так много рыдающих людей. Я не могу отыскать их в темноте. Мне страшно. Тут есть что-то еще. Тень окутала мой разум. Ты должен помочь нам, Габриэль. Что они говорят? Кто они? Это духи основателей твоего ордена. И они говорят, что сила владык теней — это ключ. Они говорят о пророчестве. Я не понимаю, о чем они. Я чувствую, что исчезаю. Я едва тебя вижу. Тьма окутывает меня. Нет, я Мария, не уходи, Мария. Я тоже тебя люблю. Зачем ты здесь? Кто тебя послал? Я Зобак, воин из Братства. Пан и я старые знакомые. Он чувствовал, что тебе понадобится моя помощь. Я слышал о тебе. Прости. Мое имя Бельмонт. Я знаю, кто ты. Это была душа кого-то, кого ты знаешь? Да. Это моя жена. Прости меня. Я просто не мог не подслушать ваш разговор. И, похоже, духи основателей нашего ордена пытаются через нее сообщить нам нечто очень важное. Что ты имеешь в виду? Всего лишь о том, что основатели ордена, похоже, пытаются общаться с нами при помощи мертвецов. Пророчество сохранялось в тайне многие века и известно лишь немногим. Она никак не смогла бы о нем узнать, если только... Они каким-то образом не сказали ей об этом. Слава тебе, Господи. Какое пророчество? Написано было, что чистый сердцем воин отберет силы у владык теней и затем использует их для уничтожения всего зла. Сказано, что воин этот станет наместником Бога на земле, чрезвычайно сильным, имеющим безграничные возможности. Габриэль, духи основателей нас не покинули. Хвала твоей Марии, теперь у нас появилась надежда. Нам нужно будет вступить на земли владык теней, тебе и мне. Мы должны вернуть те силы, которые они забрали, и объединить небеса с этим миром, и... И тогда... Мы... Габриэль, разве ты не понял? Ты можешь вернуть ее. Если ты говоришь правду, тогда мы должны действовать быстро. Лорды теней не должны подозревать, что мы идем по их следу.
Иначе они обратят свое внимание на нас. Мы пойдем разными дорогами. Я отправлюсь в землю оборотней. А ты на территорию вампиров. Подготовишь дорогу. Затем мы вместе отправимся к лорду некромантов. Его земли дальше. Но они не должны нас оподозрить. Возьми. Он позволит тебе поглощать духовную энергию и будет исцелять твои раны. Удачи, друг мой, и да будет победа за нами. Спасибо, брат. Ты возродил во мне надежду. Наши пути расходятся, но я чувствую, он исполнен надеждой, что будет вести его все дальше. Возможно, он и есть избранный, воин с чистым сердцем, способный освободить нас от зла. Может быть. Интересно, что творилось у него в голове, когда он увидел ее там, свою возлюбленную? Видел ли он свои мечты или же свое будущее, унесенная, словно листва, ветром. Я вижу его, идущим к границе владений пана. Лес тянется на восток и простирается до владений оборотней. Там руины древней цивилизации, забытой и разрушенной. Некогда бывшие свидетельством человеческому мастерству и дальновидности, они снова отвоеваны природой.
Ха-ха-ха!